Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность Амшен. Топонима Арцаха Акупаванг. Комиссия ПАСЕ приняла заявление о неправомерной блокировке Берзорского коридора. Юридические эксперты требуют от Международного суда расследовать преступления турецкого правительства против человечности. Посол Азербайджана вызван в МИД Нидерландов в связи с невыполнением решения Международного суда. Арцах мы с тобой, армяне Джавахка в поддержку Арцаха. Бельгия, город Сент-Николас, установлен армянский хачкар. Вопрос идентичности – одна из наиболее изученных тем в мире. С какой идентичностью родился или какую приобрел? По каким критериям определяется идентичность людей – язык, религия или культура? Идентичность – это не стереотип. Когда мы говорим об армянской идентичности, амшенцы – первая группа, которая приходит на ум. Вопрос идентичности амшенцев изучается в основном с исторической и эмоциональной точки зрения. Одинакового этнического происхождения назвать всех считающими себя амшенцами трудно. На вопрос этнического происхождения амшенцев нужно смотреть по-разному. Для начала нужно понять, как амшенцы, проживающие в Западной Армении, характеризуют сами себя. Затем посмотреть с точки зрения исторических этнических корней. Полная статья доступна на нашем сайте. Акупаванг находится в 1,5 километра от села Колатак, позже переименованный в Неркин-Хачен. Точная дата основания монастыря неизвестна. Однако самая древняя надпись, высеченная на пьедестале хачкара, датируется 853 годом. В средние века Акупаванг считался святыней и местом паломничества верующих в Восточной Армении. Также был известен как центр просвещения и рукописей Хачена. На территории монастырского комплекса находились Матандаран, книгохранилище, водохранилище, база данных, конюшни и тандыр. Помимо того, что Мартакерт занимает первое место среди районов Арцаха по количеству своих древних памятников, небольшая часть лесов Арцаха также приходится на Мартакерт. Мартакерт – один из самых живописных районов Арцах. Поскольку большая часть сокровищ Мартакерта находится далеко от основных дорог, здесь довольно популярны пешие походы, туры, особенно по монастырям Ерек-Манкунг и Ерише-Аракел. Здесь активно развита рыбалка, агротуризм, кемпинговые и велосипедные туры, а также различные развлекательные центры. Мартакерский район и его лаконичные села – отличное место для рекреационного туризма. Комиссия ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом, возникшим вследствие продолжающей блокады Берзорской дороги. Эта дорога – жизнь для жителей Арцаха, и комитет полностью поддерживает публичное заявление содокладчика в мониторинговой парламентской ассамблее Армении от 24 февраля 2023 года, призывая к немедленным действиям, немедленному прекращению незаконной блокады Берзорской дороги. Комиссия также призывает власти Баку безотлагательно выполнить меры, предписанные им международным судом от 22 февраля 2023 года и Европейским судом по правам человека от 21 декабря 2022 года, в решениях которых отмечается обязательство властей Баку по трехстороннему заявлению, подписанному 9 ноября 2020 года, гарантировать безопасность движения по Берзорскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Пункт 6 трехстороннего заявления. Ранее в этом месяце несколько газет сообщили, что в Международный уголовный суд была подана крупномасштабная жалоба на турецкое правительство. Группа европейских юристов собрала огромное досье, включающее свидетельство показания с подробным описанием пыток, похищения людей при поддержке государства и незаконного заключения, которое турецкое правительство применяло против 200 тысяч своих противников. Европейский суд по правам человека и рабочая группа ООН по произвольным задержаниям пришли к выводу, что большинство заключенных и задержания в Турции были нарушением Европейской конвенции о правах человека. Они считаются преступлениями против человечества. Досье из 4000 страниц было подготовлено бельгийской юридической фирмой, бельгийской неправительственной организацией «Турецкий трибунал» и Ассоциацией европейских судей. Турецкие официальные лица совершили преступления против человечности в отношении сотен тысяч противников режима Эрдогана, говорится в заявлении. Эти преступления составляют широкомасштабные скоординированные нападения на гражданское население, что позволяет МУС возбудить дело против высокопоставленных должностных лиц режима Эрдогана. Правительство Западной Армении считает, что
нарушения, зафиксированные международными организациями, присущи не только властям Эрдогана, но и турецким властям всех времен, которые не гнушаются ничем и способны подвергнуть геноциду проживающий на собственной территории коренной этнос, лишь бы не столкнуться с какими-либо препятствиями на пути достижения своей цели. Еще раз напоминаем, что ситуация изменилась. Западная Армения отныне не только историческая территория, а признанная более чем 25 государствами, которые в состоянии защитить права своих граждан. Посол Азербайджана был вызван в Министерство иностранных дел Нидерландов, сообщает Федерация армянских организаций Нидерландов, отмечая, что в МИД послу напомнили о необходимости выполнения его страной решения Международного суда ООН от 22 февраля, касающегося открытия Берцовского коридора. ФАУН отмечает, что 13 фракций парламента Нидерландов направили письменные вопросы министру иностранных дел страны Вопке Хукстре в связи с решением Международного суда 22 февраля о блокировке дороги Берцове. Согласно сообщению, в ответ на письме Хукстра согласился с парламентариями, отметив, что власти Баку не выполняют решение суда. Глава внешнеполитического ведомства Нидерландов неоднократно выражал беспокойность в связи с гуманитарной ситуацией в Арцахе из-за блокировки Берцовской дороги, в том числе на двусторонних переговорах с властями Баку, а также на недавней встрече между премьер-министром Нидерландов и Ильхамом Алиевым. Опасения были выражены также в заявлениях Евросоюза на различных международных конференциях. В городе Ахалкалаки Джавахка члены организации «Зори Зорян» и молодежный союз Джавахка организовали шествие в поддержку коренных армян Арцаха. Согласно информации, члены союза «Зори Зорян» направили письмо депутату парламента Грузии Самвелу Манукяну. Участники шествия в Ахалкалаки с армянскими и грузинскими флагами, плакатами на армянском и грузинском языках «Открыть путь жизни Арцаха», «Арцах мы рядом, мы с вами», «Арцах 100 дней блокаде», «Блокада Арцаха ведет к геноциду» от молодежного центра на отправились к мэрии, затем во двор церкви Сурбхач. В письме, адресованному депутату парламента Грузии армянину Самвелу Манукяну, в частности, говорится: «В Арцахе гуманитарная катастрофа. В нынешних сложных геополитических условиях, когда сверхдержавы заняты политической торговлей, исходя из своих интересов, игнорируется даже решение Международного суда Гаги от 22 февраля сего года. К сожалению, мы сталкиваемся с реальностью, когда власти Баку полностью игнорируют это решение, а сверхдержавы и международные организации отказываются оказывать давление на Азербайджан. Господин Манукян, учитывая, что Грузия и Азербайджан имеют добрососедские отношения, просим вас поднять выше отмеченный вопрос перед правительством нашей страны Грузии, чтобы посредством переговоров и посредничества с Азербайджаном по мере возможности была предотвращена гуманитарная катастрофа, как это было в июне 2021 года, когда при посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из бакинских тюрем были освобождены 15 армянских военнопленных». В бельгийском городе Сент-Николас официально состоялось открытие армянского хачкара. На торжественной церемонии присутствовали посол Армении в Бельгии Анна Агаджанян, армянские священники и другие. «Этот хачкар для нас очень важен», – сообщила семья Нерсисян из Сент-Николаса, при содействии которой состоялось возведение памятника. «Для нас это способ поговорить с Богом. Мы давно думали о возведении такого памятника в Сент-Николасе, но не понимали, с чего начать. Мы очень рады, что можем открыть хачкар сегодня». Установка хачкара рядом с церковью является преднамеренной не только с религиозной точки зрения, а также для безопасности. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!